сразу три города Одинцовского округа получили оценку «Благоприятная городская среда». Так, в номинации «Больших городов» с численностью 100-250 тысяч человек Одинцово занял второе место, уступив Реутову. В группе «Малых» от 25 до 50 тысяч человек на третьей строчке – Краснознаменск. Но в категории 5-25 тысяч человек первое место досталось городу Голицыно.